Приветствую всех на своем канале. Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, такого сегодня плана видео. Очередная посылка с AliExpress. Вот пришла коробочка на днях. Значит, что тут? Тут я заказывал для своей дочки, для ребенка, Bluetooth наушники. Вот. Цена их там, я не помню, что-то в районе $18. Там ссылочка будет в описании, посмотрите. Порядка 20 дней эти наушники шли до Белоруссии. Вот. Сейчас они пришли, я их уже проверил, протестировал. И что могу сказать? Товар неплохой. То есть я даже был, честно говоря, был удивлен. Приятно, что за такие небольшие деньги относительно, значит, качество звука очень хорошее. Ну и много очень тут всяких функций, которые, скажем так, ну, повседневной жизни не помешают. Первое, это, конечно, что все делается через Bluetooth. Уже шнур этот у вас не болтается и, ну, не мешает заниматься какими-то там домашними делами. Ты не бегаешь с этим шнуром, там, не контролируешь его длину и так далее. Ну и тут есть еще кое-чего, там много другого. Сейчас я распечатаю, вам все покажу. Ну, я ее, конечно, уже вскрыл. Все пришло вот в такой упаковке. Упаковка, кстати, могла выйти получше, конечно. Вот просто такой вот, как бы, двойной полиэтиленовый пакет. Вот. Значит, вот такая вот коробочка. Коробочка была помятая, вот в таком виде она пришла. Вот, если видите, помятая. Но я вам так скажу, да, конечно, если кому-то на подарок, это не очень хорошо. Вот. Ну, в принципе, как мне, я заказывал для себя, поэтому ничего страшного. Вот. Значит, что в комплекте? Они, само собой, складные наушники. Значит, вот было два кабеля. Значит, такой вот кабель, двойной мини-джек на 3,5 мм. Значит, конечно, он коротенький очень. То есть их можно слушать и не как Bluetooth, то есть как обычные наушники. Что в комплекте, кроме вот этого вот коротенького шнурочка? Он, кстати, выполняет также и функцию антенны, когда прослушиваем радио частоты. Вот. Конечно, могли его подлиннее сделать. Ну, значит, вот для зарядного устройства такая вот розеточка или вилочка. Ну и кабель, который, значит, идет на зарядку. Заряжается он обычным кабелем, как и любой смартфон. То есть микро-USB, USB, то есть можно от ноутбука заряжать от какого-то пауэрбанка, ну или непосредственно от сети. Вот. Ну и теперь перейдем непосредственно к наушникам. Вот. Значит, ну, тут они уже были упакованы вот в такой вот пузырчатый полиэтилен, поэтому ничего с ними не повредилось. То есть вот так они, то есть, были сложены, вот так вот сложены, так вот все раскладывается. Вот. Тут такой вот мягенький, не знаю, что это, ну, кожзам такой, вот, очень приятно ложится на уши, то есть все ухо закрывается полностью. Вот. То есть регулировать тут размер не получится, но в принципе, как на ребенка такого, как у меня дочки, 10 лет, то в принципе, как бы, ей нормально. Да и мне тоже, кстати. Вот. Теперь давайте пройдемся, что тут есть. Значит, управление очень простое. Вот видите, 4 кнопки, 5, то есть 5 непосредственно включает-выключает эти наушники. Значит, здесь кнопка многофункциональная. Значит, по умолчанию тут сразу включается Bluetooth. Вот. Чтобы, допустим, включить прокручивание аудиофайлов, надо нажать и подержать. Тут будет такое, как бы, голосовое оповещение. Там барышня скажет «Ауди». Вот. То есть аудиофайлы начинают играть. Потом жмете дальше долго на эту кнопку первую, значит, она говорит радио, и потом опять долго жмете, опять переходит в Bluetooth.
Если однократно нажимать эту кнопку, то тут такой встроенный эквалайзер, то есть можно под свой вкус регулировать, значит, качество звука. То есть больше басов, меньше, там, высокие частоты, низкие, то есть такой вот встроенный эквалайзер. Ну а дальше тут, в принципе, все как в обычном MP3 плеере, значит, громкость регулируется больше-меньше вот этими кнопками, нажатием и удержанием. Значит, и также прокручивание файлы вперед-назад. Вот. В принципе, все управление. Что тут еще есть? Значит, вот разъем для микро SD карточки. Прослушивает музыкальные файлы с карточки микро SD. Значит, вот это разъем для вот этого кабеля, который мини-джек. То есть можно его как обычные проводные наушники слушать. Ну и вот это разъемчик микро-USB для зарядки. Значит, что по поводу зарядки. Я как их получил, зарядил один раз. То есть уже неделю они работают, я их еще не заряжал. Ну, я не могу, конечно, сказать, что постоянно целую неделю только их и слушаем. То есть где-то чуть-чуть я, где-то чуть-чуть ребенок. Ну так, в среднем около полутора, ну максимум 2 часов в день. То есть неделя уже прошла, я их еще ни разу не заряжал. Да. Соединяется с телефоном очень просто. То есть нажимаете сначала вот эту кнопку включения. Вот такой он говорит, что девайс включен. И вот загорелся вот такой вот значок. Моргает он зеленым или голубым. Это значит, он ищет соединение с Bluetooth. Ну вот, допустим, мой телефон сейчас возьмем. Вот. Bluetooth. Включим. Вот сейчас я вам покажу. Так, значит, включить Bluetooth. И вот он сразу получается. Вот, LPT-660 в скобках A-335. То есть он уже пишет, что подключено. Теперь, как говорится, все у вас по телефону. Можно и звонки принимать, и слушать музыку. То есть все, что у вас есть в телефоне, автоматически теперь можно прослушивать на этих наушниках. Вот я Bluetooth выключил, наушники эти дали понять, что они выключились. Звучание очень хорошее. Я даже, если честно, был поражен. То есть, ну, достаточно, ну, написано на коробке там стерео и все такое. Ну, знаете, написать можно что угодно, но реально звучание меня удивило. То есть, ну, хорошо так они отбивают, и басы такие хорошие, как бы, ну, неплохо. Ну, значит, ну что, допустим, сейчас вот включим, не знаю, услышите вы или нет. Вот, music. Не, ну нормальный звук. Поверьте мне, еще раз говорю на слово. Ну, как-то так. Ребенок у меня едет в поездку там такую туристическую.
То есть я ей заряжу эти наушники, там карточку памяти вставил, и ребенок доволен, там едет, развлекается, там дает другим послушать. Ну, почему нет? Честно скажу, конечно, качество радиопередачи не ахти. Ну, может, просто подлиннее надо кабель установить, но в принципе покупал я их не для радио больше, а вот больше для прослушивания там с телефона, вот, там где-то с телевизора, с планшета при помощи Bluetooth или вот с карточки, как в настроенном MP3 плеере. Поэтому, в принципе, я вам так скажу, денег своих они стоят. Еще раз подчеркну, ссылочка будет в описании. Продавец неплохой, отправил товар на следующий день, трек отслеживался, и 20 дней до Беларуси, я считаю, вполне неплохой результат. Бесплатная доставка. Вот, поэтому, если кого-то интересуют такие наушники, пожалуйста, заказывайте, приобретайте. На этом я свой обзор заканчиваю. Если что-то назвал неправильно, извините, я не техноблогер. Вот, я, скажем так, делюсь своими впечатлениями. Все, на этом всем большой респект и до новых встреч. С вами был просто Дима. Пока.